Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Мы упражнение 35 решаем под цифрой 3. Последнее задание в курсе физики 7 класса. Последнее упражнение. Приведите примеры тел, обладающих одновременно кинетической и потенциальной энергией. Давайте просто перечислим через запятую. Нужно выбирать такие тела, которые движутся. Они обязательно должны двигаться, чтобы у них была кинетическая энергия. И они приподняты над землей. Это, например, летящий самолет. Он и движется, и над землей приподнят. Значит, у него есть и та, и другая энергия. Так и пишем. Летящий самолет. Самолет. Так, еще такие тела. Камень падающий, пока он еще не упал на землю. Если лежит на земле, потенциальной энергии уже нет. А пока летит, есть и та, и другая. Падающий камень. Ну, стрела, выпущенная из лука, падающая вода, вода в водопаде. Падающая, летящая пуля. Стрела, выпущенная из лука и так далее. И так далее. Можете привести еще какие-то примеры. Все время только нужно, чтобы тело двигалось и было приподнято над землей. Если вы хотите и дальше смотреть решение, то подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube и следите за новостями сайта в социальных сетях.